На спортивном комплексе «Локомотив» в Дебальцеве ведут масштабные работы. Это здание от ракетных атак пострадало уже дважды. Впервые его отремонтировали 2 года назад. Тогда сильно пострадала чаша бассейна. Теперь же в ремонте нуждаются спортивные помещения. Контракт на 140 миллионов рублей. И мы убеждены, что первые дети уже в отремонтированном бассейновом комплексе пойдут этой зимой перед Новым годом. И комплекс будет открыт. Дебальцево Донецкой Народной Республики, подшефный город Хабаровского края, регион, помогает восстанавливать в городе разрушенные объекты и инфраструктуру. К этой работе подключился и в РИО губернатора Дмитрий Демешин. Мы уже не один год сотрудничаем, да, и та помощь, которая идет у нас у Хабаровского края, она очень социально значима. Дети сюда заходят, ну как, понимаете, в другой мир. Чистота, порядок, то, что нужно ребенку. Практически полностью в 2015 году был разрушен детский сад «Звездочка». Недавно он вновь открыл свои двери для воспитанников. Дмитрий Демешин привез детям в подарок китолеты – символы Хабаровского края. Полностью восстановлена и школа. Все необходимое оборудование уже завезено. При поддержке Хабаровского края в порядок привели десятки объектов инфраструктуры и дороги. В подшефном городе появились многофункциональная спортивная площадка и новое здание библиотеки. Посетил в РИО губернатора и новый МФЦ. Очереди нет, но не хватает талонов. Поэтому постараемся сделать так, чтобы помимо электронной системы учета людей, которые обращаются за получением государственных услуг, потребности живой очереди, в случае, если люди приходят, тоже будут болеть. Дальнейшее восстановление Дебальцева Дмитрий Демешин обсудил во время рабочего совещания. Руководители обозначили план предстоящих работ до 2027 года. Ульяна Крамаренко для «Большого города».